29 тысяч лайков на ролике, где я говорил, сделаю 30 донатов, если вы наберете 30 лайков. Косаря не хватило, но я все же, как обещал, так и сделаю. В общем, в прошлом ролике я задонатил 20 донатов, а 10 говорил, задоначу, когда наберется 30-очка. Чуть-чуть не добрали, но все равно я задоначу 10 донатов, как и обещал, по вашим ID комментариях. Итак, пупсики, вот ваши все комментарии. Прямо сейчас я выберу 10 айдишников, на которые закину вам голду. Первый, вот второй айдишник, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и десятый. А сейчас ускоренная версия, как я вам буду донатить. Дружище, если ты хочешь донат в следующем видео, просто поставь лайк на этот видос, подпишись на мой канал и напиши свой ID в комментариях. И я тебе задоначу в следующем видео. Всем спасибо, приятного просмотра, поехали к видосу. Ребят, давно не виделись. Ребят, сколько времени прошло, сколько всего изменилось. Холдик даже из Brawl Stars ушел. Но куда он ушел, ребята, что это? Он ушел в Standoff 2. Не в КС, не куда-то там еще, никуда вообще. Он не мог лучше придумать, чем уйти в Standoff. А самое смешное то, что здесь, в Standoff'е, он еще пытается апать звание. Какой же он бущенный, все-таки ничего не поменялось со времен Brawl Stars. Он как играл с тимой, соло ничего не может. Вы не переживайте, сегодня мы все исправим. Я покажу свой скилл, поднимем ему немного тут звание. Дефолт, ребят, просто дефолт. Ну, Холдик только и умеет как бы донатить и буститься. Играть он не умеет. Так, ладно, посмотрим, что у него тут по званиям. Феникс и чемпион. Какой из него чемпион? Так, ладно, давайте посмотрим, в принципе, какие-то звания есть в Standoff'е. Рейнджер, чемпион, мастер, элита, легенда. Ну, вот легенда, в принципе, нормально. Мой уровень. Что, апнем ему легенду? Хотя, стоп. Всем привет, ребята, я за вами очень сильно соскучился. Сейчас я у Вани в гостях, его нету дома. Вроде бы сейчас должно быть немного полегче. А, нет, полегче не будет. Че, на воробушке играл? Ты что вообще, блядь, что ты наделал? Да что ты наделал? Зачем ты слил кубки? Да ладно, это было 2 года назад. Вряд ли сейчас что-то случится, он же поумнел, я надеюсь. Жал старше все-таки ушел. Так, ладно, давайте соберем себе инвентарь, а то... Керамбит Волт, что это за говно? Зачем он его купил? За 100 тысяч выставим, пусть стоит. Придет, офигеет, где его карамбит гол? А его нету, все. Ребят, вот вы скажете, я предъявляю Холдику за то, что он ушел в Standoff. А куда ему надо было уйти? Да, конечно же, в самую лучшую игру. Ребяточки, если вам надоели однообразные и скучные однотипные игры, то я тебя приглашаю в одну особенную Hustle Online. Это бесплатная онлайн-игра с открытым миром от третьего лица для Android и iOS устройств. С живым развитием родных городов, становись депутатом или мэром, принимай важнейшие решения, которые будут влиять на жизнь тысячи реальных игроков. Ну а если хочешь больше экшена и веселья, тогда становись на криминальный путь. Мути свои грязные делишки, для этого в Hustle Online есть все необходимое. Собирай друзей и сразись за статус самых опасных бандитов города или самого меткого на районе. Все в твоих руках. Я частенько играю в нее и со своими подписчиками на 15-м сервере. Поэтому у меня для вас есть промокод Холдик, который поможет при старте. Поэтому скачивай игру сейчас по ссылочке в описании на свой телефон и играй вместе со мной. Так, давайте соберем себе инвентарь в каточку, потому что с вот этим говном, который у него тут стоит, я идти сильно не хочу. Так, смотрите, я вижу тут бабочку Легаси. Что, как она вообще выглядит? Прикольно, давайте возьмем. Так, за террористов. Что тут такие себе ножи? Не мог купить себе нормальных. Вот М9 байонет. Давайте его возьмем. Так, перчатки, в принципе, нормальные стоят более-менее, ладно. Что-то тут слишком много скинов, мне выбирать лень. Ладно, пойдем, короче, уже поднимем ему звание. Не понимаю, куда нажимать. Меня покажи! Меня покажи! Ну все, ребят, поехали. Сейчас мы запустим его еще сильнее. Все, наконец-то я могу поиграть. Я, не знаю, минут 10 ждал подбор игры. Надеюсь, я не проиграю, потому что у меня всего лишь одна жизнь. Конечно, так глупо играть в мобильную игру. С компа. Что это такое? Одно лаки сейчас было. Так. Опа, сейчас. Красиво. Капец, тут гранатами закидывают. О, смотрите, уже кидают. Вот, смотрите. Легко как-то, слишком. И вот тут Ваня не может... Вот тут? Против вот этого?
Я ловлю. Я словил. Как обычно. Соперники в шоке просто, как холдик играть научился. А, ну. Да. Теперь у них точно не будет подозрения, что это не холдик играет. Ну, сейчас тиммейт у нас по-быстрому сдохнет, как обычно, в принципе. И я дальше пойду тащить. Вот, что я говорил, в принципе. Ну, вообще ничего не может. Как я не убил? Я в пиксель не попал просто. Он прям в голову стрелял. Ладно, повезло, повезло ему. Лапин. Нет, опа. Капец, опять хаешку словил. Сколько можно? Где он топает? Это жесть, ну это... Я не могу! Так, ладно, сейчас с Сашкой его точно порву. Просто шансов не оставлю. Так, погнали. Опять парты топает. Давай. Так пикни уже. О! Ху-ху! Я надеюсь, я же так не проиграю. Очень надеюсь на это. Слился, как обычно. Ничего не может, нет. Ну, сейчас мне просто хаешку, как обычно, в лицо засадит, и все, я проиграю. Я надеюсь, он нахитованный. Хоть немножко. Оп, как я не убил. Последнего патрона убил. Противники примерно уровня холдика. Видел одного парта. А, стоп, он вышел. Паешку очень хорошо словил. Давай, давай. Пикни. Упс. Окей, next round. Вот так я ему хаешкой попал. Ему сейчас больно, там 100% опар. Да блин. Это понятно, софтеры как бы. Ну, что я тут сделаю? Ладно, сейчас за тиром я им ни одного шанса не оставлю просто. Это им просто повезло, ну серьезно. Сейчас мне хлоп. Ну что это, как? Я за стеной стою, как он мне попадает? Он с читами играет, ну кто? Очевидно же. Давай, вылетай, что ты встал? Что? Что это? Он очень хорошо вылетел. Да давай. Ладно, без комментариев. На, что ты там стоишь? Так, ладно, сейчас будет камбэк. Это я так им фору дал, чтобы они расслаблялись. Слышу топ. Ну, этого я точно не ожидал. Не, ну они какие-то, ну что это? Читерское место залетел туда как-то. Какие играют. Чё, и тиммейт трахнул, попался. Как я не убил? Я ж прям в голову стреляю. Вообще пистолет урон не наносит, что ли? Ладно. Обойду, он не ожидает. Сюда. Все, это изи камбэк. Ты так что расслабился немножко. 7-4. Ну, 4 раунда это вообще легко. Как его не убиваю? Ну сколько по нему хитов надо дать? Ну он убил, да? Тут уж полетело. Не знаю. Да. Блин, а как поставить так пачку, чтобы он не убил? Ага. Ну бы играют. Ура, победа! Давай, Холдик, ливай там обратно свой Brawl Stars. Я тут за тебя все сделаю. Так, флешечка. Чтоб он там. Это тут? Там тут? Нет? Блин, я не понимаю, тут такие звуки. Я не понял. А, вот, понял. На. Это вообще изи. Это камбэк, пацаны. Блин, я боюсь просто сейчас, ну, один раунд. Туда, не сюда и все. Им можно вообще проиграть, они же стрелять не умеют. Тут топает. Опа, давай. И там на лонгу.
Куда вы лезете? Очень легко, ребят. Why are you bullying me? Why are you bullying me? Everyone asking. Я не понимаю, что тут можно апать с Тимой? Я тут в соло на изи тащу. Дело в том, что я первый день играю в стендов. Я тут ничего не знаю, ни карты, ничего. Там пару раз видел, как Холди играет, и все. На этом мой опыт игры заканчивается. Тиммейт даже килла не дал. Ну, я делал все для этой игры. Все. Ой, Никитосик, здорово, что ты играешь? Здорово. Апаешься? Да, тут. Поднимаешь опыт, ты же ничего не играешь. Ты Федикси уже? Да, я там поднял немного. А, кстати, ты слил минус 8. Да ладно, что ты, 8. А как, куда ты успел Феникса апнуть? Да там вчера. Я не понял. Ты чё на Фениксе играл? Ты на Фениксе играл?